Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, ставьте лайк для вас видео. Так, задали такой вопрос, правда ли президент Путин жив и уже какой раз состоит? Правда ли он правит, то есть настоящий президент там с 90-х или каких годов, или это фальшивка какая-то, да, там на троне сидит, выпендривается. Что мы здесь видим? Мы здесь видим на уровне пластики, находится и на уровне изменения. То есть человек находится сейчас в государстве, на территории России, не президент Путин, не тот, который был. Здесь мы видим какой-то сговор был. То есть то ли он коньки отбросил, как говорится, и паника началась не по плану. Они его как обессмерчивают. Но мы видим тут несколько двойников. То есть по сути его нету фактически на территории России, нету уже давно. Вот где-то 2 или 3 года назад его нету. Заместо его выполняют эти функции несколько двойничков. То есть какие-то люди выполняют. Смотрите, да, все белые фасолины, не перевернутые. То есть не перевернутые они. Вот, все белые, какие-то копии его управляют. Система управляется. Система управляется из-за границы. То есть в России, Россия не является государством, как мы гадали в том. То есть какая-то компания, просто тупо начальник сменился, называется. Вот. Причем мы видим это в правду. Человек прошел много пластик, прошел много изменений, он копия его. Но, видите, он не настоящий. То есть тот не находится вообще в России уже давно. То есть его нету, наверное. Вот такое вкратце гадание. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Чув. Ставь лайк, комментируйте, пусть удачи.